сердец, и о душе от всего помышления нашего Отца. Господи, Вседержитель Божий, Отец наш же, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Первый раз в Русско-Зарубежной Церкви и все во Христе братья наши. Еще молимся о стране, всем властью и боимся, всем верую благочестием живущим в ней, о богохранимой стране российской, православной людях я, в отечественной России несущих я, спасений и о всякой христианстве в стране. Дети единомыслия, братолюбия и благочестия. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях, став храма сия всех прежде почивших отцах и братьях, сдележащих и повсюду православных. Спасение, посвящение, прощение, оставление грехов рабов Божьих, прихожен святого храма сего. Еще молимся от относящих, добродеющих, посетимся честным храме, всем труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя великие богатые милости. Яко милостиви человека любит Бог еси, и Тебе славу рассылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Complete our evening prayer unto the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. That the whole evening may be perfect, holy, peaceful, and sinless, and let us ask of the Lord. An angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Pardon and remission of our sins and offenses, and let us ask of the Lord. Things good and profitable for our souls and peace for the world, and let us ask of the Lord. The remaining term of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. A Christian ending to our life, painless, blameless, and peaceful, and a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask.
Prince, our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady, Theotokos and Deborah Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. God, art thou, and the lover of mankind, and unto thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. Blessed and most glorified be the dominion of thy kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Thank you.
Son, and of the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Thank you.
Ready for scourges, my sorrows continually before me. For I will declare my iniquity, and I will take thee.
миром Господу помолимся. Вышний мир и спасение душ наших, Господу, помолимся. О мире всего мира, благостенственных Божьих церквей, соединение всех, Господу, помолимся. О святом храме, семи с верою, благовением и страхом Божьим входящий в огонь, Господу, помолимся. О великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, о Господине нашем Высокопреосвященщем, митрополите Иларионе, Первоиерархе Русско-Зарубежной Церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, всем причте людях, Господу помолимся. О стране сей властях и воинстве, все верую благочестием живущей в ней, богохранимой стране российской и православных людях, и об Отечестве и России несущих, и о спасении их, Господу, помолимся. Уже избавите люди свои от рода видимых и невидимых, в нас утвердите единомыслие, братолюбие и благочестие, Господу, помолимся. О граде всем всяком граде, стране веруй живущей в ней, Господу, помолимся. О благорастворение воздухово, изобилие плодов земных и временных мирных, Господу, помолимся. О плавающих, путешествующих, недолгующих, стражущих, плененных и о спасениях, Господу, помолимся. О избавитесь нам от всякие скорбы, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшая сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Вас, четвертый Бог Господь, явися нам благословение, и во имя Господне исповедуйся, Господи, яко благ, яко век милости Его. Об исшедшем душе имени Господне противлякся и... Буду повелела Господня. Камень Божий не пригожен здесь, где сей быстро Господа, вы сей из дивного часех наших. Yeah.
again to make it in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. Calling to remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady, Theotokos and Deva Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. For thine is the dominion, and thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Помолимся. Слава Тебе, Господи.
Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоею благодатью. Развелую, пречистую, преблагословенью, славную, Владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помилуйся, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Славится имя Твое и прославится Царство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Same day to a village called Emmaus,
which was from Jerusalem about 80 furlongs. And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were holden, that they should not know him. And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? And the one of them, whose name was Cleopas, answering, said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days? And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a mighty prophet indeed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they came, saying that they have also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said, but him they saw not. Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken, ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake it and gave it to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, Did not our heart burn within us when he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? And they rose up the same hour and returned to Jerusalem, and found the 11 gathered together, and them that were with them, saying, The Lord is risen indeed, and had appeared to Simon. And they told him what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. So
Возвыси рук христиан православных и не спасных на милость Твоего Отера. Молитвися Пречистой Владыкси нашей Богородицы и Христа Девы Марии, силой чиста же отрящего Христа, предстаться чистых небесных сил бесплотных, Христославного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех хвальных апостол, и жестых отец наших и вселенских великих учителей, святителей, Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоуста, и жестых отца нашего Николая Архиепископа Великийского Чудотворца, святых равнопостных Мефодия Кирилла Учителей Славянских, Славлавена равнопостного великого князя Владимира Блаженных княгини Российские Ольги, святые равнопостные Нины Просветительницы Грузии, святые царицы Тамары, и святых отец наш Всероссии Чудотворца Михаила Петра Алексея Иона Филиппа Эрмогена Макария, Дмитрия Митрофана Тихона Феодосия Савва Кирима Накентия Иоанна, святителей Савы Сергиевского, священномучеников и исповедников Тихона Патриарха Московского, Владимира Киевского, Вениамина Иосифа Петроградского, Петра Крутицкого, Кирилла Казанского, Агафамира Ярославского, Никопремского, Эрмогена Войского, Василия Кинишенского, Мухрия Светградского, Пресвятия Иоанна, Иоанна Петра, Философа, Макария и Георгия, и всех священномучеников Новой Исповедников Церкви Российские, святые и славные бедных мучеников, святого слава великомучеников победоносцев Чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеина, великомучеца Варварской, главенных российских князей и страстотерцев, Бориса Глеба и Игоря, святых главенных страстотерцев, царских мучеников, царя мученика Николая, царица мучеца Александра, царевича мученика Алексея, царевича мучеца Ольги Татьяны Марии Анастасии, святых преподобномучениц, княгини Елизаветы и княги Варвары, всех новомучеников российских, преподобный Богодовский отец наш, Антоний Федосий Печерский, Сергий Владимирович и Серафима Саровского, Киева и Чудотворца Чайского, Святого Правильного Кронштадтского, Святоблаженный Ксений Петербургский, Святоблаженный Антоний Московский, преподобный Богодовский отец наш, Германа Ляскопа и Свеличковского, Два Макария Гроси и прочих Ставцковческих, преподобного Силана Афонского, святитель Иннокентий Филарет Московский, Игнатий Причинил Феофана Вышинского Затворника, Николая Японского, Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского Чудотворца, Иона Иоанновского и Монгурского, и жестых отец наш, священномучка Евсевия, епископа Масадского, святых мучеников Зенона, Испугива, Зина, святого мучка Албана, Вероламского, святителя Афанасия, Афанасия епископа, святых 1480 мучеников Самарии, преподобного Василия Юна Патиларейского, святителя Григория Митрополита Валашского, священномучка Геннадия, Престития, священномучка Федора и Гавриила Дьякону, святых мучеников Попиона, Галактиона, Сатурнина, Юлиани, Константина Польских, их же памятные совершают, святых и праведных Бога Отец, Якима, Иоанна и всех святых, молим Тебя, благомилостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
heaven and to thee give we send up glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Слава Богу, Господи, Слава Богу, 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 Слава
твоим ищи довиду, блесами морби лотцом. Глазховнянг, шегвиц, каледар, варвиц, мен, шпренга, мортушен, идем, мадлита. О, ванц, милиса, эц, нелиса, упресад, кертия, лиса, диде, буриса, диде, блиса, шене, сагзер, сагмалия, сагбир, да, мария, скалцу, лиса, мария, миса, да, полутас, видата, монсанабалта, табдит, вишни, дартир, тарс, да, ховриш, обрывай, швени, Христа согласно швенца же ведро. И принеси царь мира и спас душ наших, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Отцу и Матери Света в песне возвеличи. Yes.
Аки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебя хвалится сила небесная, и Тебе славу воссылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Свят Господь Бог наш, яко свят Господь Бог наш, над всеми людьми Бог наш. Слава Отцу и Сыну.
Тебе, показавшему нам свет. Слава Тебе, Боже, земли, Yeah.
Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вместе молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господине нашем, высокопреосвященщем митрополите Иларионе, первой рабственной старобежной церкви и всей его Христе, братьи наши. Вещи молимся о стране всевластих и бойца все веру и благочестием живущих в ней богохранимой стране российской и православных людях и об отечестве России несущих и о спасении и о всякой христианской стране. Вещи молимся Господу Богу нашему, и же избавите люди свои от рабов видимых и невидимых в нас, что утвердите единомыслие, братолюбие и благочестие. Вечно молимся о блаженных преснопах и создателях, став храма сего всех прежде почивших отцах и братьев, сдележащих и повсюду православных. Вечно молимся о милости жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, оставления грехов рабов Божьих, прихожен святого храма сего. Вечно молимся о носящих, добродеющих, посвятимся честнем в храме, всем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих у Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивый человека любит Бог еси, в Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Complete our morning prayer unto the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by thy grace. That the whole day may be perfect, holy, feast, and sinless, let us ask of the Lord. A faithful guide, a guardian of our souls and bodies, and let us ask of the Lord. Pardon and remission of our sins and offenses, and let us ask of the Lord. Things good and profitable for our souls and peace for the world, and let us ask of the Lord. That we may remaining of our life in peace and repentance, and let us ask of the Lord. A Christian ending to our life, painless, blameless, and peaceful, and a good defense before the dread judgment seat of Christ, let us ask. Holding to remembrance our most holy, most pure, most blessed and glorious Lady, Theotokos and Devil Virgin Mary, with all the saints, let us commit ourselves and one another and all our life unto Christ our God. Thou art a God of mercy, compassion, and love for mankind, that unto thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Peace be unto all. Let us bow our heads unto the Lord. For thy grace to show mercy and to save us, our God, and unto thee do we send up glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Христе Божие, упование наше,
слава Тебе! Христос, истинный Бог наш, в молитве Пречистая Своей Матери, Святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца, священномученика Евсевия, епископа Самосадского, мучеников Зенона и слуги его Зины, мученика Албана, Веруламского святителя, Афанасия епископа Хитрского и 1480 мучеников Самарии, мучи преподобного Василия, игумена Пилая Клерийского, святителя Григория, митрополита Волашского, священномученика Геннадия Пресвитера, священномученика Федора и Гавриила Диакона, мучеников Помпиона, Галактиона, Сатуртуртириона и Юлиании, Константинопольских, их же и памятно не совершаем, святых и праведных Бога Отец Иакима и Анны и всех святых, помилуй и спасет нас, и ко благу, и человеку любит. Thank you.
glory of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. My Savior, Redeemer, and as daughters of the earth, born from the grave, from their fellows, if he had broken the gates of Hades, and as Master, he had risen up the third day of ages. Светилица Твоя ныне и помилуй ныне. Христе святи истины, посвящай и освящай всякого человека, грядущего в мир, да знамится на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи с Тобой наше дело не заповеди Твоих, молитвы пречисто Твоей Матери и всех Твоих святых. Have mercy on us and save us, for he is good and all of us.